Пламя ревности в буквальном смысле едва не обернулось человеческими жертвами. Житель Минского района собирался помириться со своей женой. Для этого пришел на предприятие, где работает любимая. Тем не менее, попытки супруга успехом так и не увенчались. На просьбы о примирении дама ответила отказом. Мужчина не смог принять удар судьбы. В порыве страсти он пообещал поджечь истроптивую даму сердца и себя самого. Не получив ожидаемого результата, от слов он перешел к действиям. Причем под его горячую руку попала не жена, а другие работники компании. При себе у него была емкость с бензином. Открыв ее, он стал обливать находившихся рядом людей. Так ему под руку попались несколько работниц предприятия, которые пытались защитить свою подругу. После того, как мужчина достал спички, женщины бросились бежать. Уже догоняющего их мужчину остановили работники предприятия, они же и вызвали милицию. Ревнивца сотрудники милиции задержали. Столь эмоциональный поступок для него обернулся уголовным процессом за угрозу убийством. Мужчине грозит до 2 лет тюрьмы.